Здравствуйте всем! Еще раз здравствуйте! Хотела еще поделиться с вами такой радостью. Мне сегодня передали подарок от детей из Кореи. Я была просто счастлива. Мамы меня поймут, когда взрослые дети не забывают о своих родителях, как-то заботятся о них издалека. Помнят. В общем, это очень-очень ценно, очень это душещипательно, очень трогательно, но очень мило. Я, конечно, не получала подарки от своих детей, потому что, не было как бы случая. А тут так получилось. Вот мне передали сумочку небольшую. Я, конечно, до слез была благодарна своим деткам. Настя, Джонхун, спасибо вам, мои любимые, дорогие. Большое вам спасибо. Настя, я понимаю, конечно, что это в первую очередь от тебя, моя любимка маленькая. Спасибо тебе большое. Это очень-очень приятно. Это, просто... Да даже и говорить нечего. Не нахожу даже слов. Это плохо, что я их не нахожу. В русском языке достаточно много слов. Велик и могуч он, но я как-то от волнения, вот от этой трогательности, от радости, не то что теряюсь, а просто, я так радуюсь. Сейчас я вам покажу. Подарочки небольшие, но очень милые. Вот такая сумочка ко мне приехала. Как вы видите, сразу, корейские тут буковки, слова, что уж тут написано, не знаю. Но это корень, женьшень, корень жизни. Все знают, что он очень полезный. Вот так вот выглядит коробка, достаточно большая коробка. Сейчас мы ее откроем, и я покажу, что там, как она красиво упакована. Смотрите. Вот такие вот здесь пакетики. Раз, два. Много их здесь. Там два ряда. То есть 4, 5, 10 таких пакетиков. Коробочек. Вот такие коробочки. Бликуют все. Вот, посмотрите, какие они красивые. Как все аккуратно сделано. Вот там циферка 6, видите? Это значит, наверное, что там 6 кусочков или что там. Я один вскрыла. Сейчас посмотрю. Этот я достала. Нет, этот запакованный. Вот я вам покажу. Смотрите, как красиво вообще все упаковывают. Смотрите. Все упаковано вот в такой. Такой шебуршащий пакетик. Так. Отложим его в сторону. Наверное, вот здесь вот пакетик. Тот, который я уже вскрыла. Сейчас я найду и вам покажу. Да, точно. Вот пакетик. Я его разорвала. А там вот такой вкусный женьшень. Мне дочка сказала, есть по одной штучке. Все-таки корень женьшеня. Надо посмотреть, имеет, наверное, какие-то противопоказания. Смотрите, вот он вяленый. Не знаю, какой он, как он приготовлен. В общем, он сладкий, он вкусный и он полезный, что самое главное. Так. Что еще тут? Еще, конечно же, как истинная леди, дочка мне прислала корейские маски. Сейчас маски мы посмотрим. И еще там есть вот такой красивый кошелечек. Сейчас мы его рассмотрим. Вот такой кошелек. Он кожаный. Смотрите, какие здесь красивые корейские девушки. Горы вдали. Сосны. С этой стороны. О, с этой стороны уже другая картинка. И он, смотрите-ка, вот у него цепочка. Его можно к ключам. Знаете, это для чего хорошо? Для мелочи. Я как раз говорила, что мне мелочь некуда класть, потому что в основном-то я картой расплачиваюсь, но бывает так, что карты не принимают, и приходится носить немножко наличности. А иногда нужны копеечки всякие. И сдачу дают копеечками. Вот как раз кошелечек буду складывать.
Смотрите, красота. Спасибо, Настенька. Ну, а это вот такие маски. Это, наверное, пробники. Надо мне сфотографировать и спросить дочку, что тут написано. Потому что я, конечно же, я тут ничего не переведу. И вообще не понимаю даже, куда и на что это мазать. На руки, на лицо. Наверное, на... Может быть, это парфюм какой-то. Не знаю. Вот. И вот такие маски. Я думаю, что это маски какие-то для... Уже вот для нас, возрастных женщин. Прополис. Прополис – это вот что-то очень-очень нужное для кожи. В общем, может быть, здесь и переведу даже с английского как-то что-то. Ну вот, сколько здесь масок. Вот их там штук 5. Вот, а здесь тоже какие-то пробнички положили. И здесь тоже такая же, видимо, полезная маска. Керамид. Вот. Кто знает английский хорошо, может прочитать. Ну, в общем, я очень довольна, конечно, счастлива. Я довольна не столько подарком, сколько вниманием детей. Ну, родители меня поймут, потому что в основном мы стараемся для детей. Все им отдаем, стараемся поддержать по-всякому. И любим их, все с душой для них отдаем, в общем, от всего сердца. Ну и получить, конечно, в подарок вот такой, в ответ такую же любовь, ну я просто, честно говоря, не то что не ожидала, я просто привыкла все время отдавать, а тут и вот нам прислали. Так, а что прислали мужу? Ему прислали очень интересный сувенир, сейчас покажу. А вот что Настя прислала папе. Фреш. Мне кажется, это как... Что это может быть? Как соджу, может быть? И вот это в виде открывалки, и в то же время это вот такой магнитик. Ну, в общем, муж сказал, что заберет его на дачу. Хотя вскрывать сейчас что? Вскрывать нечего вроде как. Но все равно бывает. Иногда и нужно что-нибудь открыть. Но опять же, важно внимание. Очень-очень-очень милые подарки. Дети мои дорогие, Настя и Джунхун, большое вам спасибо. С кем же мне еще поделиться? Кому же мне еще рассказать об этом? Расскажу, конечно, на работе. Поделюсь. Отнесу попробовать корень женьшеня. Ну и делюсь с вами, мои дорогие друзья, мои подписчики. Уже многие стали дорогими друзьями. Общаемся очень хорошо, тепло. Поэтому я довольна, что я завела себе канал, хотя долго раздумывала, были сомнения. Ну, сейчас сомнений нет, это просто наша жизнь, кусочек нашей жизни. Ну что ж, всем пока-пока. Спасибо, что меня смотрите.